Всем привет, с вами Илюханчик, а перед вами Арена Глудина. Сейчас она безлюдна, но совсем скоро она покроется кровью сильнейших воинов и магов сервера TON X1 в PvP-турнире 3 на 3 и 9 на 9. Участники разделены по группам относительно их уровня и уже готовы вступить в битву. Ты также можешь принять в нем участие, оставив заявку в Дискорде. В боях вы увидите ребят из крупных кланов, а также соло-игроков, которые решили попробовать свои силы и показать, на что способны. Турнир пройдет 3 и 4 июня. А посмотреть его и поболеть за своих друзей ты сможешь на моем YouTube-канале по ссылке в описании. Три даггера, типа, его любого. Ну, я сомневаюсь. Не дают покоя воспоминания о крафтере, спойлере и некре. Грязь лицом в любом случае не упадешь. Битва не, даже не то, что за респект, а просто за фан. Это довольно необычный состав. Луки нам не страшны, нам страшны даггеры. Ну, я не раскрою фулл-сетап своей пачки. Его пати идет вперед, а не сидит на месте, как некоторые. Ну, вообще, я предвкушаю, что мы в первом же матче умрем. Деремся за все, что можно и нельзя. У Сереги всегда день рождения. Он всегда в нашем сердце, и мы всегда помним о нем. Вот каждый раз, когда захожу в игру, я всегда помню, что у Сереги день рождения.